Использовать передовой опыт других территорий в решении острых социальных проблем. Делегация Волгоградской области во главе с губернатором Сергеем Баженовым побывала в Челябинской области. Цель делового визита – познакомиться с тем, как в этом регионе налажена работа по строительству недорогого малогабаритного жилья. В столице Южноуральского региона наша делегация посетила несколько площадок современной комплексной жилой застройки. Микрорайон Парковый, к примеру, это 12,5 тысяч квартир площадью от 26 до 90 квадратных метров. И совмещенный санузел, кухонная зона вот здесь. Они все студии. Парная зона. Жилье эконом-класса губернатору Сергею Баженову показали в микрорайоне Залесье. 35 трехэтажных домов, которые планируется здесь построить, предназначены для улучшения жилищных условий малоимущих граждан. Причем существенную часть затрат на подведение инженерных сетей компенсирует Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Наряду с многоквартирными домами в Челябинске реализуется и проект по строительству индивидуальных домов с небольшими земельными участками. Они возводятся на территории клубного поселка Женева. Высокие потолки. Второй свет сделали здесь, да. Большие витражные окна. Сергей Баженов высоко оценил концепцию строительства малогабаритного недорогого жилья, которое реализуется в Челябинской области. Опыт и то решение проблемы, которое сегодня есть в Челябинске, я считаю, что он передовой. И наша главная задача и органов власти, и строителей, всех тех людей, которые сегодня нацелены на решение проблемы, а проблема в России и в регионах достаточно серьезная, не хватает жилья, доступного жилья. Я считаю, что в Челябинске этот вопрос решается. Сергей Баженов добавил, что передовой опыт челябинских коллег будет взят на вооружение Волгоградской области, где сейчас остро ощущается нехватка недорогого благоустроенного жилья.